Инженерно-технический состав предприятий, действующих при производственном объединении «Азерихимия», сможет повысить уровень квалификации на тренингах, организованных японской компанией Yokogawa Electric Corporation. С этой целью при Сумгаитском учебно-образовательном центре открылся кабинет по современным автоматизированным системам управления. Как результат нефтяной стратегии, на производственном объединении «Азерихимия» с 2009-2010 годов наступил новый этап развития. Ожидается реализация проектов по реконструкции его предприятий, и уже действует химико-промышленный парк. А компания «Yokogawa» выиграла тендер в проекте строительства полимерного предприятия и других проектах. И положительным фактом является то, что компания-победитель тендера также уделяет внимание вопросам подготовки кадров. По словам вице-президента САКАР по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова, зарубежные партнеры, задействованные в проектах госнефтекомпании Азербайджана, такие как ABB, Siemens, Emerson, помимо организации тренингов, при Бакинской высшей школе нефти создают свои специальные лаборатории. Это позволяет студентам в процессе обучения ознакомиться с технологиями этих компаний. В будущем они смогут применить эти знания в производственном процессе. Основной целью создания этой системы является проведение курсов по повышению квалификации для работников предприятия «Сокарполимер», карбамидного завода и производственного объединения «Азерихимия». Для «Сокарполимер» и карбамидного завода мы уже подготовили рабочие кадры, и со следующего года они приступят к работам на соответствующих производственных участках. Сегодня в рамках открытия кабинета по автоматизированным системам управления производственному объединению «Азерихимия» вручены сертификаты Международной организации по стандартизации ISO по трем направлениям. Это качественная система управления, система управления охраны окружающей среды, система управления техникой безопасности и охраны здоровья. Сертификатларын верилмесинин эсас себеби. Главной целью получения этих сертификатов являются намерения по организации деятельности систем управления в соответствии с международными стандартами. «Азерихимия» ставит целью превращаться в конкурентоспособную компанию на международной арене. Мы взяли на себя такие обязательства и должны идти к этому. Это важный момент. По словам заместителя исполнительного директора «Азерихимия», с целью внедрения международных стандартов и выполнения работ по сертификации в 2015 году была создана рабочая группа, которая прошла соответствующие курсы в учебно-образовательном центре САКАР. Кроме того, проведен аудит деятельности производственного объединения. Афиат Гасанова, Фуат Керимов, CBC.